Середина сентября во дворах улиц Заводской. Первой и второй радиальных можно увидеть много дорожной техники. Здесь вовсю идут работы по комплексному благоустройству придомовой территории. И наиболее трудоемкая часть процесса, а именно расширение и асфальтирование проездов, тротуаров, парковок, уже практически завершена. Основная задача на этих дворовых территориях стояла перед администрацией сохранить дух и колорит старой части города Видное и привнести, конечно, удобство уже современной жизни, потому что проезды на данной территории не были приспособлены для такого количества транспортных средств, которые сейчас появились у наших жителей. Поэтому упор был сделан на то, чтобы обеспечить удобный проход пешеходов по своим территориям и, естественно, разъезд транспортных средств. Всего здесь реализуется 8 обязательных элементов. Возводятся новые столбы освещения, проводится озеленение. На детских площадках укладывается безопасное покрытие. Кроме того, подготовлены места, где в скором времени появятся 2 спортивные зоны. Немаловажным является тот факт, что все изменения в рамках благоустройства заранее обсуждаются с жителями. Перед выходом на работу выносятся схемы именно благоустройства этих дворовых территорий, собираются жители, общественность, представители квартирных домов. Обязательно с выходом на место все пожелания жителей также учитываются, потом окончательно прорисовываются уже в существующих схемах. И местные жители, несмотря на временный шум и пыль, действительно довольны. Теперь пешеходы смогут с удовольствием прогуливаться по новым тротуарам, автомобилисты спокойно парковаться, а самые маленькие – безопасно играть на детских площадках. Сделали дорожку прямо из асфальта до входа, а раньше не было. То, что, например, когда грязь, можно ноги не пачкать. И будет резиновое покрытие, мне это нравится. То, что если упадешь, коленку можно не так сильно, например, разодрать. Самое главное, прибавились стоянки для автомобилей, детям на велосипедах будет удобнее кататься по двору. Подняли бордюры, потому что старые бордюры просто утонули, грязь сливалась на проезжую часть. Я думаю, что весной будет гораздо красивее и чище. Ну, сейчас место стало. Во-первых, дороги стали пошире. Во-вторых, сделают свет, здесь будет светлее. В-третьих, разъехаться можно было. Стоянки у каждого дома сделали. Подъедешь домой и знаешь, что у тебя твое место, если даже не твое, но где-то рядом есть, совершенно четко ты встанешь, свободно будешь стоять. Программа комплексного благоустройства проводится в Московской области с 2015 года. Мы приняли программу, в соответствии с которой каждый год должны благоустраивать, обновлять, приводить к единому стандарту 10% дворов. Таким образом, эта системная работа позволит нам в среднесрочной перспективе кардинально изменить ситуацию. В Ленинском районе все работы по благоустройству придомовых территорий должны быть завершены до конца октября. Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Елена Кошлева. Видное ТВ.